Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и как вы уже знаете, в Бисвармию меня обнулили. По какой причине меня обнулили, давайте я не буду вспоминать. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в Бисфарм симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Костик Попов на связи, и сегодня у нас будет замечательный и очень крутой, интересный видеоролик. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, ну и также отвечай на чат за задаваемый твой, получается, комментарий или вопрос. Чтобы попасть ко мне в друзья, ребят, вам нужно всего лишь зайти в описание ролика, там описано, как ты можешь попасть ко мне в друзья. Ну а что ж, погнали к ролику, ну давайте вместе с вами наберем над этим роликом, ну, лайков 125. Как только набираем 125 лайков, так сразу выпускаю новое, замечательное и очень крутое видео. Ну что ж, погнали к ролику. В общем, ребят, сегодня, как вы увидели в отрывке, в первоначальном начале видоса, вы увидели отрывок из, получается, видеоролика Гуф-Гуфа. Как от Гуф-Гуфа, я честно не ожидал то, что такое, в принципе, с ним произойдет. Всегда думал то, что Гуф-Гуф играет очень честно и не использует никакие читы. Ну и, так сказать, может, я не знаю, потому что я нигде не слышал то, что Гуф-Гуф как-то либо оправдывался. Возможно, он у себя в Дискорде оправдывался, по какой причине его обнулило. Но я готов вам ответить на этот вопрос, кто, в принципе, не знает, из-за чего вообще обнуляют людей. В общем, есть такой чит под названием «Космос». Этот чит был создан для... Я видел, ты хочешь поиграть со мной. Как это мило с твоей стороны. В принципе, для фарма в симуляторе пчеловода это один из самых жестких читов в симуляторе пчеловода, под которым вы можете нафармить огромные суммы, но в течение буквально недели вы отлетите, получается, в бан. Ну, или же просто ваш аккаунт очистят. Играть вы, конечно же, сможете, но уже как бы без своих ресурсов, которые вы добыли. Я так понимаю, Гуф-Гуф тоже юзал постоянно читы и натыкнулся на такой чит «Космос» именно в Новый год, когда его использовали абсолютно все. Вот. И, получается, его обнулили. Обнулили всех, кто играл с читом «Космос». Также, как вы знаете, Феникс Роблокс тоже есть такой ютубер. Его обнулили тоже за этот чит. Но он его, по словам Феникса, он просто его... использовал, чтобы просто посмотреть, что это такое. Так что, как бы, вот, если мы посудим по другим ютуберам, все сказали, почему их обнулили, Гуф-Гуф, к сожалению, почему-то это скрыл. Ну, если честно, я не ожидал от Гуф-Гуфа то, что его как-то либо обнулят, потому что я всегда думал, то, что Гуф-Гуф это максимально честный игрок, который развивается, как вы видели, очень долго. Даже я не знаю, как так можно развиваться долго. Я думал, он играет на руках. Ну, видите, открылась как бы правда. Если я где-то не прав, то, ребята, подписчики Гуф-Гуфа, так точно такие же, как я, подписчики Гуф-Гуф, которые не знают об этой проблеме, а кто знает, то, пожалуйста, напишите в комментариях, по какой причине могли Гуф-Гуфа обнулить. Ну, лично свою причину я вам сказал, и я в этом, скорее всего, уверен на 150%, потому что по-другому его обнулить, в принципе, никак не могли. То есть, вот такая вот тема. Конечно, жалко немного Гуф-Гуфа, потому что на данный момент это самый-самый популярный ютубер по симулятору пчеловода, самый, наверное, прикольный контент, который он делает, очень стараюсь делать, в принципе, такой же, как он, контент. Вот, ну, если честно, как-то так. То есть вот такой вот ролик получился. На связи был Костик Пау-Пау. Если Гуф-Гуф смотрит этот ролик, привет, напиши что-нибудь в комментарий. Но на связи был Костик Пау-Пау. Оставайся добрым, будь мудрым, ну а завтра мы увидимся на новом, замечательном и очень крутом видеоролике. Всем пока-пока.